Так, ну хоть разок пульнул с этого ПТУРа. По пехоте. Смотри на пехоте ебал. Смотри на Сука. А кто на западе за оборону? На технике был. Нюхает письку, что ли? Ты хуйню видишь? А вон даже я, блядь. Сука, солдатиком, блядь. Это что, миномет сейчас был, да? Ударил по городу. Да хуй знает. Кто не видел? Может танк стреляет. Тевтон тут, нет? Экстремал на дальний. Алло. Санточ, тут? Да, на связи. Смотри, после высадки я тебе написал, какие горки занять. На них сильно не вылази, не пали контору пока. Так, по чуть-чуть, по полшишечке, ладно? Да, но у меня тут отделение даунов, блядь. Так что это... Ну постарайся не спалить, как бы это, прикрываешь высадку остальных отделений. Не понял ты.
Рорк, на связи? Скарм говорит, что? Да, вот тут, похоже, бэха в воде не плавает, и её в луже никуда двинуть нельзя. Ты уже умудрился в лужу попасть, что ли? Да вы жарите. А что там у нас, БМП-то, она живая или она утонула? Что с ней случилось? Плавает в луже. Ну, она выбраться-то может, нет, оттуда? Да вот пытаемся вытащить её. Толкните её танком, ёбаный рот. Ты умудрился попасть в лужу на фристайме. Тут грёбаный хаммер пришёл. Парни, толкните танком, блядь. Да не надо, ещё танки засадят, блядь. И засадят тут хуйня делов. А ну чё, КМКС, толкать танком или не надо? Ну попробуй тихонечко только, блядь, смотри, чтоб не забаговался. Не, не, мы можем просто все гусли захуячить. Тогда но у нас не, есть ремкомплект на гусли. Это чё, блядь, Урал, в луже бэху целую утопить? Да толкнуто не танком, тут делов-то хуйня, лужа маленькая. Я даже не утону, блядь. Ну толкните, попробуйте. А если танк утонет? Да это бак армы, тут он, не знаю, почему в лужах ничего тонет. А если в луже нельзя будет чинить гуслю потом, то чё? Да пизда будет. Не, ну это надо талант в пустыне, а в луже на фристайме утопить бэху, блядь. А я такое чинил. Потому что это скифля. СР, на канале прием. СР. Прием, отвечу того. На дальний, на дальний. Слушай, сбегай, у тебя соседи 2-3, это отделение там, одиночки. Толкни, чтобы они на ДВшку вышли. А, хорошо. Ну и хлопцы с богом, блядь. Слушай, их нас полный нет, они убежали куда-то. Ну ладно, хуй с ними. Ну вот, делов-то, ёпты. Всё, чинарём, да? Скарм, с тебе пивас, блядь. Всё нормально. Ящик. А, ящик, да. Два. На одном не останавливайся. Арнита, ты вышел на дальний? На связи, да. Значит, ребятки, кто садится на вертолеты, технику вдоль речки поставьте, чтобы вертолеты их не зацепили. Потому что на дальний. На дальний. У них ТРК есть? Да. А. То. А, нет, конкурс, конкурс у них. Конкурс есть. Не пизда с двумя выстрелами. Конкурс. Принято, а техники что у них? Т-55 танк и БМП-2. Одна бэха? Да. Бездушка у них с флагом, да? Ну, наверное, да. Да, с флагом. Значит, танчики и БМП, посмотрите, у вас надо быть... КСК на дальнем. Понял. Северней, это, ну, высотки занимать, чтобы у вас... С юга не долбанули, там можно выйти на эти позиции с синими крючками. На связи? Я тут говорю. На связи. Штаб, тогда чё, КСК выдвигаться сразу же, пока техника будет ждать рядов? Да. Сразу езжайте на эту высоту 16-44. Принято, тогда будем ехать по правой стороне дороги, пропустите.
Ладно, что бы не произошло после этого ИЗГ, который был, уже ничего не страшно. Не, можно вообще часик подождать, мне кажется. Мне в магазин как раз надо. Ну, зато успели вон технику помыть, блядь. Чистый поедем воевать. Смотри, надо, блядь. Блядь, утонуть в луже. Значит, у них техника будет ставить возможные туры на метках контроль 1, контроль 2, где-то в этом районе. То есть техника наша, смотрите, не отдайтесь просто так. Плохо-то на дальнем приеме? Да, мы летим. Штаб, мы на точке. Принял, подъезжаем. Значит, Санда, как приедешь, все, народ сажай, полетели, блядь. Принял. Вместе с Арном, блядь. Подъезжаю. Кто сколько в лес? Что у нас, по идее, еще 5 парашютов есть. Оденьте вы, они не нужны. Ну я на метке, а что-то вертухи не вижу.
Ну проедь чуть-чуть дальше, блин. Вот такие маленькие незаметные. Да, они дальше по реке стоят. Все, гружусь, бегу к стене. Арнита, ты подъехал, нет? Подъезжаю. Так, на позиции. Где вторая вертушка? Ну, как бы они перед нами там сели чуть-чуть дальше. Я просто в шоке, как можно не заметить вертолет? Сидеть за глушкой. Второй вертолет западнее. Это какая разница, какой вертолет? Че, в седьмые грузимся? Рядом на дороге? Да, да. Степ подвисает. Да, чуть фрезит. Прием рядом на дальний, вы гору заняли? Да, они на горе, я их видел, они там сидят. Штатный танк. Танк, погрузили стрелка. А второй вертолет тоже для транспорта или нет? Да, да, да. Две вертушки перевозят по пехоту. Все не сразу не лезли, несколько. Принял седьмые во втором. Лосаты, еще не все. Кто там техники есть? Второй вертолет свободен. Седьмой. Грома, вы грузитесь? Нет? А, седьмой, окей. Все, Грома и Скифа ждут пока. Ми-24 РФП, у нас не загруженный кунг. Все, у кого вертолет полный, не ждите второй вертолет. Все, пошли, летите. Полосатый, как можно ниже над землей, блядь, чтобы тебя город прикрывали? Площадочку там увидишь, там одни кусты, блядь. Она небольшая, но там деревьев нет. Я квадратиком ее бьем. Паха скифа почти на горе. Так, не выкатывайся, Скар, пока. Пусть КСК приедет и пронаблюдает, потом вот там все. Не пали контор. Значит, танк обоих, смотри, там можно так занять позицию, что синие кругляшки вы будете видеть эти, которые надо будет разрушить к линиям. А с юга вас видно не будет, там попробуйте выбрать такую позицию. У нас тут стрельба какая-то уже идет. Это танк говорит. Реды на канале? Да, Реды на связи. Ред КСК, пришли, закрепились. Реды, живите. Прочекайте позицию Редов, там стрельба какая-то идет. А у нас одиночные контакты приближаются. Можно метку на них? Метки проставлены. Два три на дальний прием. На дальний. Заняли два хаммера пустых. Ожидаем команды. Да, пока не едете на метку, сейчас всю технику соберете. Каждого человека по технике, блядь, сажаешь и толпой езжайте на метку. Штаб, это Рэд, нас очень сильно прессует, нас начинают со всех сторон окружать. Отходите на север тогда, за синий триггер, вместе с техникой, с КСК. Значит, ребята, уходите нахер, все, кто там сидит, отдавайте гору эту. Техник, куда? Техники куда? Штаб это Рэд, я временно ушел из ЗВ, потому что у нас близкие контакты. Ну, понял, отступайте, не надо с ними биться. Значит, маршрута, как отступать, я нарисовал. Пусть техника уезжает туда, вместе с КСК. Это РФП приняли, СПГ уничтожили. Молодцы.
на ДВ на позиции погрузки. Сейчас полосатый сел, выгрузил десант. Понял, возвращайся тем же маршрутом. Принял сам, занимай пока точки, сильно не пались, чтоб тебя с севера не увидели. Танк Бэхи, КСК отступили в город? Отхожу. Бэхи, КСК отступила. Так, внимание, что за метка Скарм стоит? Скарм, видел машину там, если прощение. Не обращай внимания. В той стороне была машина какая-то. Уезжай по своему маршруту, как шел. Если бы это был бы танк, имел смысл его отработать. Потом пехоту переведете, будете работать уже спокойно летать в автономке. Хорошо, мы уже на связи. А, на связи. Смотри, я поставил метку, куда ты хотел, там, на Аль-Калате противник. А, понял, да, я сейчас скажу. На башне сидят. Видите тут? Нет, тут КС. Забирай, что хочешь. Сейчас на них, если кто-то захватит ПЗРК, то тут его отстреляют и доложат. Ясно. Юзер, высадил пехоту? В процессе. Принял. Так, кто там следующий у нас? Готовьтесь, Грома готов? Сейчас вертушка полетел, загружается. Готовый, Гром, жди. Ага. Смотри, там по 8 человек вертушку влазит, то есть придется вам в 2 залазить. Ясно. Так, следующим рейсом летим мы. Скифы на дальней. Да, на метке ожидания. Громы сейчас влезут, так скажем, в полтора вертолета, остатки забивать своим отделением. Третьим рейсом мы ждем все остальные. Все остальное. Ну, ждем вертолет. Добро. КСК, что там у вас? Отошли? Нормально все у вас? 7-2 спешусь. Принял. КСК только БХ отошла. Пехоту не наблюдаю. Рурк, ты на дальней? Так точно. Отъехал уже, да, за триггер? Да, мы на твоей РП спешили десант. Возвращаемся. Понял, тем же маршрутом возвращайтесь. КСК, пехота КСК, прием. Привет. Здорово. Че, ЖГТ есть? Наверное, не знаю, посмотри. Нет. Ура, седьмые, две гаражели. Санта, сильно не высовывайся, не пали. Тихонечко просматривай вертушки. Контроль 2, контроль 3, если видно. Санта, ты пойдешь примерно по синему маршруту, понял? Еще мы пойдем, да? Да, после того, когда всех привезут. Еще десанта надо забрать себе тушку. Еще полтора отделения, два отделения. Два три на дальний прием. На дальний. Сразу освободишь всю технику, забирай. Там грузовик. У меня отделение не полное, я всего забрал. 5 машин. У меня 5 машин в колонне. У тебя 5 человек всего, да, в отделении? Да. Дроны погрузились? Все, понял тогда, ладно. Сиди, жди тогда. Один вертолет забили полностью. Остальные ждем второй вертолет. Все, полосатый, лети.
ПСК пехоты, ПСК. На дальний. Блядь, это очень хуёво. Значит, ребятки, уходим на резерв. ДВ, уходим на резерв. Связался с этими, с пехотой ПСК, они живы, там командир убит. Уходим на резерв все равно? Тогда нет, не уходим. Все равно уходим. Ну давайте уйдем, все, уходим на резерв. Уходим на резерв. Проверка резерва. Слышно? Мы все равно резерва. РФП и СП на резерв. Это полосата на резерв. Это Бэха могу отработать эту вышку с пехотой. Чё за вышка, Скарм? Чё, где пехоту ты видишь? На метка Скаймана 41.3, которая... А, добро даю, если дострелишь, ради бога. Там он наверху бегает. Ну, в принципе, танк может шандарахнуть туда, она обрушится. Значит, техника, у вас огонь свободный, только убедите, что это не свои конкретно. Можете шмалять почему угодно. А ты уверен, что это не разведка эсеров, блядь, там находится? Повторите еще раз. На башне есть ваши бойцы? А, там был противник, сейчас спрошу у них. Реды на дальний прием. Пока наших на башне нету. Прям наверху бегают там. Скарм, работай, мне прорисовки не хватает. Я пока смотрю КСК. Кто с КСК имеет связь? Они есть на этом, на южном склоне? Вернее, на северном склоне есть своя пехота КСК? Да вроде они бегают, блядь. Я не могу достучаться, блядь. А если на КВшку на них не выйти, не достанет она вас? Не достает, очень плохая связь. Ну вот я тоже его вижу, а, блядь. Пехи на дальний поставил метку СР-шруб горам. Там противник. Нужно, чтобы отработали. Скифы погрузились, Мишка, можешь летать юзер. Они слишком... Эти метки, это, недоступны для нас. Понял. Так, у нас остались только... Кто остался еще, кто не улетел? Четыре человека из скифов осталось. Четыре человека из скифов. Понятно. Все, больше нет людей, которых не увезли. Один бот бедный застрял на хаме. Все, полосат, возвращайся за последней пехотой. После высадки РФП юзер начинает работать уже по меткам. Искать технику. Принял. А ты, полосатый, за последнюю прилети, 4 человека доставишь и все. А, штаб их. Все забрать надо. Да, еще 4 человека с полосатой для тебя остались. Понял. Штаб на канале. Да, мы пока ждем. Пока ждите, сейчас довезут до конца всех. Штаб на канале, что за прошло? Бэх, разреши в Касадар встать. Меточку поставь, что-то я не вижу. А, вижу. Стоит. Ну давай, давай, смотри, если туром тебя там не долбанут где-нибудь. Езжай в Касадар.
штаб на дальний. Штаб на дальний. Это говорит Бэхэкэ, штаб нарисовал зеленый маршрут, можем попробовать проехать и занять доминирующую высоту. Хорошо, будешь по этому маршруту двигаться, но маленечко попозже. Сейчас пехота южная соберется в кулак. Не, маршрут оставь, ты по нему поедешь, маленько попозже, минут через 10. ТРФ, по нам Бэха работает с красного круга. Отлично, меточку можно на нее примерно организовать для вертушки? Блин, надо делать что-то с КСК, они сейчас, смотрю, куча целей возле Урала находится. Не могу идентифицировать, кто это, свои, чужие. Это свои, свои. Миграция не добивает до них. Что у них там никто ДВ-шку-то подобрать не может, блядь. Я просто вижу еще на горе пехоты, блядь, работает по ней или нет. Там еще могут быть реды, они ушли с ДВ, блядь, так что... Если не уверен, не стреляй лучше. Всем вахуум составит, блядь. Все, принял. Ждем от скифов доклада. Полсата, ты летишь за ними? Я уже сажусь. Ага, вижу тебя. Разведка РФП на канале, прием Скайман. Пока, да, тут, ведем бой. Ведем бой на 17.50. Понял, можешь отступить, сейчас твое распоряжение, юзер поступит, вертушка юзера. Можешь с ним потом работать, после того, как на пехоту спешит. Кайман, принял? Да, я принял. И самое главное, ты живой, кстати, с ДВ-шкой бы, чтобы наводить. Турп, по кому-то пошел. Куда он? Мы там вас никого не задавили. А, полковайте свои, да, где полковайте, там свои должны. Штаб, забрал, в кихов ухожу. Все, значит, полосатый, посмотри, после высадки пехоты работаешь по западной части карты, понял? Юзер по восточной, а ты по западной, по меткам. Это Мишка РФП, по-моему, по месту высадки был плотный огонь. Да, Бэха, по месту высадки ебаш. Поставьте метку откуда. Жестко или Бэха там? Штаб, это танк, может нам тоже перекатиться туда, прикрыть высадку, походу. Ну давай. Потери на месте высадки, там Бэха. Поставил примерно, где Бэха стоит долго. На 60 от 7-1 Бэха на горе, на 60. Сейчас зайдем, попробуем на нее. Ты юзер зайдешь? А парель закрой щиток. Значит, танк и Бэхи выезжайте по зеленому маршруту. Юзер на связи. А что значит 67-1, да, пожалуйста, повторите. За я где Бэху? 7-1, сейчас метку продублируем. Да, проверка давай. Юзер, на Бэху зайдешь? Ред, слышь. Чё у вас происходит? Короче, пострелялись немного, человек 5 минус 0 потери, один человек. Ну чё, Ред, выезжайте. Полосатый-то на связи? На связи. Ты что хотел, прием? Вы Бэху отработаете, я на часть сесть не смогу. Еще раз повторите. Да, а где она? Давай. Ну метка же стоит. 15.59 высота. О, желтая Бэха, желтая Бэха. Точно метка же. 2-3 начинать. Если атаку. Если человек полосатый метку высадки поставил, можно там высадить. Гораздо западнее. Ну что, это Рэд, нам продвигаться дальше по вашему. Да. Рэды продвигать дальше. Принято. Танк Бэха уехали? Говорит, КСК, у нас погиб командир, может повторить задачу. Только что танк стоит. Выходи, садись на 113. КСК, выдвигайтесь по желтому маршруту. На метку контроль 2. По низиночке. А, вас понял. Там контроль 1.
Ну, мы уже поняли. Контроль один, да, контроль один. Арни, ты живой, сам ты живой? Да, живые. Бэха стоит метка актуальная, прямо на вершине горы стоит. Сейчас ее жахнут. Потери есть на высадке, нет какие-нибудь? Нет. Ладно. Ура, визер левее, забирай чуть. На канале, да. Бэха контролит мое движение. Я понял, сейчас ее вертушки отработают. Вертушки после высадки работайте по меткам. Все, вы свободно полетите. 2-3 на канале. Так точно. Давай, дружище, исполняй свой адский план. Метку Бэха передублировал, там неверно было. Приняли, ты видишь эту БМП, нет? Нет, далеко. Да, отлично, есть попадание. Наебашит, ебашит. Бэха стреляет. Чё это значит? По нам работает. Еще разочек, еще. Она обездвижена уже, все, блядь, двигается, но он еще не башит. Там пехота еще сбегает. Два, три уехали? Блин. Так точно, выдвинулись. Поехали, еще стреляем. Да. Полосатый, уходи отсюда. У тебя десант еще, да? Скайман на связи. Скайман. На связи. Ты можешь сказать, когда Бэха будет смотреть с того же направления, с которого я первый раз заходил на меня? Я отработаю. Полосатый, высади пехоту. Высади пехоту. Принял меня? Да, принял. Бэха смотрит на юго-запад. 2-3 на ВП-1. Ты меня самое главное предупреди, когда на меня смотрит, блядь. Я ее плохо вижу. Ну смотри на башню, блядь. Вот так же заходи, как кто первый на тушку выходил, блядь, из-под горы. Я так и захожу. Вижу ее отсюда. Полосатый живой? Ща, блядь. Полосатый живой, прием. Видели по нему попадание, вторая Мишка говорит. Неизвестно, живой. Ах, это пиздец. 2-3, выдвигайтесь на... Скарм, а на башне видел что-нибудь? Нет. На ВП-2. Все хорош. Нет, не вижу. К башне подходят свои, вижу противника. Это уже. Мишка РФП, видим горячую Мишку полосатого. Понял. Это СР, мы находимся сейчас в городе, воюем с противником, близкие контакты, по нам танк работает, откуда-то. Харов, где ты видишь противника? 2-3, выдвигайтесь на ВП-2. Дальше, зеленую метку он нарисовал. Видите, да, прием? ПСК на канале, прием? Нет, ПБХ, пехота, которая. Пехота, ПСК на канале. Реды. Юзер, слушай, откуда ты Зуска еще ебашит? С того же района. Я принял, я пока не наблюдаю. Что? Что делать, Синдар? Два-три показались на склоне, который ты указал. Все, принял. Выдвигайте. Урал, мы также всей толпой движемся, или да, уже да. Можем на своем... На всех машинах туда езжайте, вы в строение. Принято. Так, скифы на канале, прием. Рурк, там вроде метка своего была, точно противник. А Брома на канале? На башне Брома еще хрен сидит. Нет, пехота Грома на канале, да?
На связи, слышу. Можете выдвигаться по желтому маршруту. Маршрут примерный, действуйте по обстановке. Санта, тоже выдвигайся в ущелье по синей. Орнита, выдвигайся по меткам Скайфокса. Принял. Сильно на восток не светись, аккуратно, блядь. Здесь идите параллельно. Принял, хорошо. Рэдда на канале, прием. Рэдда на канале, прием. Южная группа, десант, у нас был засвет радара, если сможете проверить. Что им проверить надо, повтори. Да, поставили метку засвет радара где-то в том районе, у нас срабатывает березка на него. Слушай, метки твои не вижу. Ты проверь канал. Знаки вопроса, Грикс, наблюдаете? Нет, нет, не наблюдаем. Ёбаный. СР еще живой, прием. Парни, что да, идет на Боинг на 10, на прекрасном маршрут, смотрите внимательно, по-моему, там движение. Вот про это и речь, да, вот по этим маршрутам, там где-то обнаружен засвет березки. Санточ, ты тоже можешь по красному маршруту пройти, с миссисарном? Чуть левее. Я по синему маршруту сделаю. Я пройду между гор. Понятно, в город один не лезь, ну, действуй по обстановке, короче. СР живые, прием. Да, СР живые, живые. Воевали почти все. Понял, молодцы. Скайман живой. 2-3 на актуальной метке. Проехали колонной. Не встретили сопротивления. Ну по нам стреляли, но терпимо. 2-3, понял вас. Штаб на канале. Ты живой еще? Можно. Штаб, это танк. Может, мы тоже поедем к общему месту высадки по краю? А вы не уехали еще по западу, по зеленому маршруту? Ты же хотел туда поехать, нет? Не, мы думали по башне тут отсюда отработать. Но сейчас все, короче, едем туда. Давайте езжайте. На запад едете? Так, это Мишка и РФП, мы подбиты, у нас довольно быстро вытекает топливо, бомбы сбрасываем в триггер. Добро. На башне, на которой должен был быть наш наблюдатель, два чела прям на самом верху сидят, достать их не получается. А бронебойку не рушат его? Да нихера, я два снаряда потратил в пустой, блядь. 2-3 на канале, прием. 2-3 на канале. Мы подъехали почти, уже выехали на город. Давай в триггер залетай. По нам ведется огонь, миномет обстреливает нас. Там уже погибли у меня многие. Залетай остаткими силами в триггер. Метку указал, 4 четверки. Закрепись там, живи долго, чтобы тебя там на тебя агрились. Все, давай, вперед. Громы, Санта, Арм, живые? Да, живые, все семена.
А 55-ку кто-то видел, нет? И информация по БМП нужна, она все-таки уничтожена или нет? Бэху одну сожгли вроде, 55-ку до сих пор не видели, где-то прячется. Бэха, а у них всего одна. Значит, ее долбанули. Ну, по крайней мере, обездвижили точно. Она в красном круге где-то была, а 55-ку не видели никто. Возможно, тоже на западной части, блядь. 55-ка, азимут 40, позиции текущие, грома, слышим стрелять, может район, высоты 16-25 или восточнее. Как раз мы оттуда. Путин 2, наблюдаю ЗУ, прием. Куда удобно. Нет, куда и на меня. Она примерно на 16-98 километров. КСК, можете загрузить? Примерно КСК на канале прием? Да, КСК тоже. Зушечку эту сможете обойти? Зушечка, Зушечка наблюдает. Попробуйте ее жмякнуть, она потом нам может подпортить все. Как-нибудь обойдите ее, с южной стороны можно зайти. Значит, внимание всем, мы ДВ-шку одну потеряли, РФПшника, мы уходим на сдвиг. Повторяю, ДВ-сдвиг. Танк на сдвиге. Песка на сдвиге. Принял. Гром на сдвиге. Проверка ДВ. Слышно. РФП на канале. О, Скайман, ты живой? Да, да, я живой. Блять, я метку стер, я думал, тебя убили. Поставь на себя меточку опять актуально. Извиняюсь. Что за контакты? Так актуально. Желтый метки, гром, что за контакты? А, контакт, ну, сейчас приняли бой. Могу подняться с низины тебе помочь, в план пойду. Посиди в низинке, может они, блядь, на восточную часть горы будут спускаться, ты их снизу примешь, блядь. Арни-то живой? Штаб на связи? Штаб на связи. Штаб на связи, да. У Санта идет бой, просто прием. Не у Санта, у Громов идет. По красному маршруту, по желтому там бой идет. Принял. Я все тихо. Зушка ушла, короче, я больше не вижу. Да, дальше продвигайся по маршруту. Сильно с востока не светись, возможно, там техника противника где-то есть. 2-3, прием, живые. СР живые. Повторите еще раз, СР живые. Живые, да. Двигайтесь потихонечку в сторону триггера. Живые, конечно, в полном составе. Потихонечку двигайтесь в сторону триггера, если позволяет ситуация. А мы немного тут подумали, мы вот обойдем немного по горам. Ради бога, если по обстановке. Принято. Asus Pro, вы на этой метке на своей видите пехота и пикап бегут? Там свои или враг?
Ну говори. Ну что там у нас, почистили все равно? Да, почистили, вроде спокойно. Все, я продолжаю двигаться по маршруту. Гоблин живой? Гром, привет. Живой, живой. Все, добро. Ты параллельно не идешь, да? Значит, сам когда идешь, там посмотришь контроль 1, контроль 2 точка. Можешь также по низинке сам ты зайти. Но оно очень быстро будет рваться в дома, блядь. ПСК живые, прием. Да, ПСК живые. Шарль, по тебе, РПГ. Надеюсь, что там жан. КСК выбили, пишу. Красавцы. Тогда возвращайтесь на свою красную метку. Да, блять. Высота макака, блять, называется. Санта на связи? На той позиции, где была вышка, пехотинец сбегает вниз по зеленке, прием. Принял, в мою сторону. Да, да, идет в твою сторону. Возможно, это КСК. Они вышку там гоняли, аккуратно. На связи. Штаб на связи. Ты правда, наверное, не чешешь. Да. Блин, ну, метки ставишь. Штаб гоняет на медицинской, блядь, 13. Карниза, это Санта. 90 танк стоит. На моей горе или нет? Кажется, вот 90 от меня, смотри, там, блядь. Ну, скорее всего, макака это. Меточку можешь поставить? Нет, понимаю. Рурк живой? РФП на дальней? Саймон, мы западнее вас, Саймон, аккуратно. Да, я вижу. Гоблин, Гоблин живой? Гоблин живой, да. Отлично, все. Если что, штаб на медицинской машине гоняет, блядь. Он 13. И походу меня сейчас накроет, нахуй. Если
Ребята, кто на востоке ползает от триггера, потихонечку смещайтесь ближе к триггеру, нам надо начинать уже вновь заходить. Южная группа уже подошла по близке к одному. Санта, живой прием? Марс, там живой противник, кто-нибудь видел? БМП, чья на позицию эскифа, как дома ходила? КСКшников, скорее всего. Тут одиночные еще противники ходят, пусть не один не ходит, смотрит. Санта, живой прием? Орнита, на канале? Живой, да. Чё там, Санта, бой был какой-то, что ли? Чё не выходит на связь? Я не знаю. Он не слышит меня, что ли? Я тебя... Вот сейчас слышу, блядь. Это на конце маршрута, блядь, на конце синей линии, перед триггером. Понял, давай, заваливайся. Это эсеры на нашей метке, там 55-го выбиваем. Принял, заваливай. Русский щиток по мне лупит, я ебаю. Танк, смотрите, метку танк поставил в красном кругляшочке. Рут. А танк, сейчас поставлю метку, сейчас поставлю, парня. А, давай, Рут, поспеши, тебе не хватает сильно. Примерно, поставь, ползет на гору сейчас. Мы идем за ним, Бля, шмалите его, сейчас наш пехот перестреляет, все, который в триггер заходит. Да, сейчас будем работать. Скайман живой, прием. Да, живой. Отлично. Чей снайпер ебаш, Тарм? Не мой. Санточ, заходи в дома, блядь. Скар, ты жив? Я жив, я тут дальше. На юг. На твоей месте, где твоя Тарм была, мне прям тут похоже. А, там гусеница выбита. Есть второй выстрел его, добить нахуй. Блять, на спуске под жестким обстрелом. Возможно, это СПГ стреляет. По-моему, так говорит, ярко пламя нет. Там, закрепляйся в домах, если можешь, как можно быстрее. За горящим танком отделение противника. Шуруп, смотри аккуратней. На том же азимуте. А Бэха чья работает? Бэха только у нас остались. Принял. Бэха наша работает сейчас. Арнита, если есть возможность, заходи тоже в город как-нибудь по безопасному твою маршруту. Да, я двигаюсь. Дымы мои, дымы на входе мои, да, живой, я в город вошел. Гоблин живой?
Гром Гоблин, на связи? Прием. КСК, живые, прием. Гоблин, КСК, прием, Чкалу. Они говорили последний раз, что под жестким обстрелом ЗУ или какой-то хуйни может быть. Сам так же говорил, нет? ЗУшку уже там уничтожено. Возможно. Возможно, опять. Давай, ребят, внимание, по ДВ еще один сдвиг. Уходим на сдвиг. Вальчик, пока не могу в городе, сейчас займу позицию. Да, 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 как сможешь. Как сможем, уходим на сдвиг. Хар на связи. Слышно. Танк на связи. Слышно. Поверка. Слышно. Шуруп на связи? Шуруп пока месяца там с пехотой, наверное. Да я знаю, он рядом со мной. Танк сдвиг. Принял. Захожу в красный триггер. Принял. Арник, давай, ты тоже нам туда побыстрее залететь. Да, я уже подхожу. Проверка, Дави. Слышно. Что говоришь? Это, короче, тот дьявол, я занял ты гоблина. Что у вас там происходит, 109? А всех пацанов положили, остались трое, я ДВ подобрал, и Бэк стоит наш здесь. А где противник? Где-то в горах здесь, и мы одиночные цели убиваем. Короче, там...